купили телесуфлер. И если раньше мне приходилось смотреть примерно вот так вот в камеру, то теперь мы можем смотреть прямо в камеру. Суфлер пришлось ждать почти месяц. Мы его заказали на eBay. И я надеюсь, новое качество позволит выпускать нам более интересное и более качественное видео в будущем. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.